Всем привет, YouTube привет. Вот дошел ход до крыла. Я решил потестить вот этот новый крючочек мой, который называется аналог. Продается он в цене. Вот такая у него ручка с накаткой. Довольно, я так понимаю, что ручка легенькая, она алюминий, скорее всего. Вот алюминиевая. Вот такой крючочек с двумя загибами. Здесь на крылышке вот заходы прям свободные. Вот я рукой залазю практически. Здесь вот место есть. И здесь место есть. Везде как бы долезть можно практически. Вот эти все зоны. Все, что здесь мы на Outlander'е. Практически все вот эти моменты можно подлезть. Ну, естественно, вот сюда на эту кромку особо не очень удобно будет подлазить, но какой-то хитрый крючок можно сделать. Я смотрю, сейчас я там дефектовал, и кое-где там я даже попросил вмятинки. Вот, не особо на таком углу зрения, как я сейчас вот делаю, не особо видно. Лампочки видно хорошо, вот я в лимончике. В Женином работа, в холодном свете, вот теплый, но его не видно так. Вот так вот сейчас попытаюсь на минимум ставить. Вот это теплый, холодный. Вот холодный, а вот он теплый. Ну, можно вот так сделать, комбинированный. И в принципе все вмятинки видны. Тут долазишь практически туда, куда тебе надо. И есть что опереться вот упорчиком. И работать, конечно же, не давление, а на скручивание. Вот. Так что сейчас потестим этот крючочек, посмотрим, как он работает на вот этом крылышке. Ну что же, потестил я вот здесь на крылышке вот этот крючочек. Все, в принципе, нормально. Меня устроило, ребята говорили, что вот от этой ручки якобы руки горят. Ну, я не знаю. Я, во всяком случае, чуть-чуть там занимался. Вот, ну, у меня ручки вот такие. Если что, опять же, у кого руки горят, можно намотать. Взять обычным изолентой намотать. Ну, вот такие крючочки. Крылышки там очень хороший. Вот такими крючками я там какался. Вот. Ну, в отличие от вот этих вот, вот эти крючки подгинаются, разгинаются по обстановке, по обстоятельствам. Вот. Ну, в данном случае их, во-первых, цена копеечная, не жалко. Во-вторых, когда можно загнуть, разогнуть, не жалко. А вот эту сталюку я не знаю. Сейчас ее возьми, загни, выгни, разогни и привет. А возможно и нет. Но экспериментировать я не буду. Вот такие вот дела по обзору такого вот крючка ножевидного. Вот решил бонус сделать хозяину. И тут молоток у меня с магнитами. Вот Кен с магнитами, а он у них не клеится. Вот сюда клеится, а сюда нет. А почему? Потому что алюминий. Вот, погорячился. Надо вот сюда вот приклеивать, на металл. А сюда вот он не хочет клеиться. Ну что, попробуем мы эти вмятинки поделать. Есть потолка. Тут как бы то, что на виду, и то, что есть в топе в близком. Может быть, получится и так. В общем, будем посмотреть. Ну, вот так вот выглядит вся эта красота. Сейчас смотрим, захочет он дергаться или нет. Попробуем мини-лифтером. Подводимся и... Вот так-то он играется. Хорошо, что не упало. Вон он на полу лежит. Так. Иди сюда. Вот. Тут, конечно, с магнитом не подходят эти причиндальчики.
Потому что алюминий не магнитится. Ну что, я скажу, даже на первый взгляд сразу видно, что кое-что пошло у нас. Вот, то есть все равно он дергается. Ничего, опять забиваем, опять дергаем потихоньку. Ну, немножко вышло, скажем так, половинку. Вот, на металле панап уже выстрелила плюс. А на алюминии не хочуха. Вот, ну, что делать? Попробуем. Что ж, я не стал снимать все, так сказать, подряд. Но я умудрился даже маленький плюсик сделать. Но это с пятого или шестого раза. Потихоньку дергаем, разбиваем, и в итоге вот маленький плюсик выдернул. Ну что, забиваем, и все. Все хорошо. Ну что, вот. Далее вот. Тут есть небольшие помарочки. Чуть кернышек последил, как я его не отнял. Вот, как бы есть. Но. Это можно трезаком тирануть, полирольчиком и все. То, что была вмятина, уже вмятина нет. Так что, в принципе, можно воевать и так. Вот. Должно получаться. Это для тех, кто хочет разбирать. И вмятины как бы очень маленькие. Ну, чуть тиранем трезаком полироля, мы уберем эту остаточек от керна. Хотя, в принципе, на машине их не найдешь. Это слишком на машине видно. Это все и под увеличением. Вот. А на самом деле, вот то, что видно. Вот эту пылинку и не заметишь. Ну, мы ее уберем. Вот наш полирольщик Мензерна. Вот его рода абразивности максимальная. Здесь, ну, мы будем делать вручную, поэтому как бы будет чуть полегче, поменьше. Вот. Потому что это для машинной полировки. Вот, для ручной там по-другому. Вот обычно типа крест-накрест делаешь. И все нормально. О! Как так и... Ну вот и все. Ямки нету.